и все. Потому что любой, даже любой четырехразрядный фильм, посмотришь, американский, ну какие диалоги, как они общаются, а какие они естественные. Пускай будет какой-то там примитивный там, боевик там, или сценарий, но они все какие-то... Вот я не знаю, это какая, это не школа Станиславского, не школа представления, не переживаний. А у нас обязательно паузы, у нас все время, чтобы ответить, надо подумать, оцените, пожалуйста, оценка. Где оценка? Я помню, в нашем театре, Вера Федоровна Комиссаржевская, был один азербайджанец, он был на практике, и он ставил детский спектакль. У него одно слово было, он говорит, реагируйте. Вот реагируй. Вот, поэтому, мне кажется, в этом дело. Но я вот летел в Дубай, мы с женой с Юрой летели, и я посмотрел два фильма. Один наш замечательный фильм. Я не помню название. Там Апексимова Ира снималась, а снимался Гоша Куценко. На троих что-то такое. Не помните этот фильм? Где она на коляске, они ждали, она приехала на инвалидной коляске. Помните? Какой замечательный. Все-таки в чем проблема? Игра актеров. Но вот какой-то статус, может быть, еще сложился, да? Что если ты идешь на западную картину, ты уже уверен. А наши есть, безусловно, есть хорошие фильмы. Да. Почему они не приносят денег? А денег? Да. Масс-культура это называется. Это уже... Это уже, так сказать, привитая прививка, понимаете. Вот мы недавно с женой зашли в кинотеатр, посмотрели боевик, совершенно пустой американский. Почти что, ну просто жалко было. Мы вдвоем сидели в зале, а нам кофе принесли. Ну пустой, абсолютно. Актеры, опять же, хорошие, очень органичные. Но выстрелы, там, прочее, там, спасение мира, как всегда. Вот. Какая-то энергетика не там, может быть. Может быть, это вот что-то сокрытое такое. В какой-то энергетике наших фильмов. Посыл какой-то эмоциональный, может быть, не тот. Может быть, такой виловатый, остраненный, созерцательный больше. А? Ну, я же не кинокритик. Мне очень трудно судить об этом. Вот «Левиафан» у нас сценарий победил сейчас в Каннах. Звягинцева фильм. Вот хочется посмотреть. Интересно. Да и Елену я тоже не видел. Видели Елену? Нет, очевидно, есть. Нет, у нас есть замечательный фильм. У меня вот с детства два бойца. Вот в Свердловск мы были в эвакуации. Я 2 года был в блокаде питерской. А потом 44-й, 43-й год в Свердловске. И там, по-моему, или чуть позднее я смотрел два бойца. И вот «Темная ночь». Это на всю жизнь. Вообще великая песня. Вот, когда мы любили эти фильмы, «Летят журавли», там, «Коммунисты» и прочее, мы другие были. Мы были другие. Вот, мы совпадали с эстетикой этих фильмов. Наша идеология, мы комсомольцы, пионеры, мы на БАМ, вот я летал, там выступал на грузовиках. Там. Я помню, в Тынде. Зашел в одну комнату, и шкаф стоял. Не стоял, лежал на полу. Я говорю, что у вас на полу? Он говорит, откройте дверь. Я открываю дверцу, там парень спит. У него это как... Какое одеяло было. Ну, то есть он накрывался крышкой этой, чтобы его никто не тревожил. Вот я думаю, что вот поэтому мы эти фильмы и любили тогда. Тогда. Потому что некоторые фильмы сейчас смотрятся анахронизмом. Вот я
С Зацепиным мы для театра «Карамболь» питерского делали 31 июня мюзикл. Ну, он когда-то гремел же, фильм этот. Я посмотрел недавно, кошмар какой-то. Он такой примитивный, такая пластика. Балет, это эти костюмы, это просто смешно. Вот. Ну, мы написали новые там сочинения, там 3-4 номера замечательных на стихи Дербенева остались. Ну, хороший спектакль был. Так что вот и в театре работаем.